В рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» в Центральном парке Люберец прошел фестиваль стритбола. За призовые места состязались 10 команд из разных городов. Как прошел турнир, расскажет наш корреспондент. Основное отличие стритбола от баскетбола в количестве игроков. В каждой команде по 3 человека и всего одно кольцо. Наталья Триусова 2 года занимается в спортивной школе Олимпийского резерва «Спартак». Со своей командой она часто возвращается в Люберцы с победными кубками. Но то, что ее штрафной бросок принесет команде победу, Наталья не ожидала. Потому что он мне не очень хорошо дается. Но я смогла. Часто бывают и победы, и поражения, но мы никогда не сдаемся. В дружеском матче с воспитанниками спортивных школ встретились представители учреждений дополнительного образования округа, руководитель комплексной спортивной школы Олимпийского резерва, боксер Дмитрий Коровкин. Баскетболом занимался только в школьные годы. Везде борьба. В баскетболе командная борьба, в боксе единоличная. Борьба была сильная, но как мы можем выиграть у школы Олимпийского резерва? В турнире приняли участие 10 команд из Люберец, Малаховки, Жуковского, Раменского и Москвы. На территории округа стритбол – один из самых популярных видов спорта. В него играют более 1500 человек. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.